Ребятки, всем привет. Смотрите, зашла в Пятерочку, и здесь сделали кассу самообслуживания. Смотрите, круто. То есть теперь можно самому. Хотя, смотрите, обратитесь к ассистенту для открытия кассы. То есть, видать, поставили, но пока еще не работает. Ну, здорово, молодцы. Такая система, кстати, очень часто в Азии распространена. Вот, и очень удобно бывает, чтобы не создавать толпу. Вообще. Пришла в Пятерочку, хочу купить пивка. Да, хочу купить пивка. Вот, и может быть кое-какую бытовую химию. Вот, потому что здесь всегда очень хорошие скидки. Например, смотрите. Видите, по 129. Это по карточкам. Вот, кстати, мне такую как раз и надо. Вот есть, смотрите, Dream. А вот есть такие вот ежедневки. Очень классные. Вообще люблю такую продукцию. Так. Что мне еще надо? Мне еще что-нибудь надо. Пойдемте посмотрим какой-нибудь напитки. Да, я еще вот хотела купить себе Head & Shoulders в дорогу маленький какой-нибудь. Что-то вот... О, кстати, смотрите. Во, отлично. Есть маленький Head & Shoulders. Пятерочки. 90 мл, 89 рублей. Вот, можно взять. Чтобы с собой не таскать большие. Я надеюсь, на сосочку хватит. Здесь 90 мл. Ну, в принципе... Хотя, знаете, я очень много обычно в путешествиях часто мою голову, потому что голова потеет. Так, я еще хотела, знаете, посмотреть бальзам Эльцеф. Такой, что-то я вот его не вижу. Я люблю такой вот Эльцеф для окрашенных волос, только красный. Бальзам я еще пока не вижу. Так, он есть, кстати, мужской Клиомен. Это здорово. Смотрите, какая хорошая акция есть. Бальзам Шаума. 79 рублей 99 копеек. Очень неплохой, кстати, бальзам я брала. Вот такой вот. Вот, и всего-то 79 рублей. Отличная акция. А свой бальзам, который мне нравится, я что-то никак не могу найти. Что в магазине так жарко, прям вообще жесть. Либо это просто контраст с улицей. Вообще прям жарище ужасное. Так, ладно, здесь пока все. Пойдемте дальше. А вот гаража нету по акции. 76 рублей. Блин, жалко. Жалко, я хотел гараж. Но он очень дорого, 78 рублей. Вот. Хотя нет, смотрите. Гараж 53 рубля, 99 копеек. Во, точно, сейчас возьму. Пятерочка моя хорошо отличается тем, что иногда здесь бывают ценники старые. Так что лучше проверять на самом деле. Кстати, еще хотела вам рассказать. Ну вот отель, в который мы едем, Сигма Сириус, там на территории этого отеля есть магазин Пятерочка. Так что, если что, всегда можно будет туда сходить. Еще одна какая, смотрите, отличная акция. Пудинг Эрман 14,99. Плюс акция 3 плюс 1. Кстати, мне очень нравится такой пудинг Эрман. Карамельный. Вот я сейчас возьму как раз там с Вовчиком на завтрак. Вообще классный и недорогой. И акция. Лучше приходите в Пятерочку, здесь пока акция хорошая. Смотрите, нашла акцию. Здесь написано рис увелка жасмин 69. А вообще, я, кстати говоря, очень люблю вот такой вот рис басмати. Блин, мне очень нравится, он очень вкусный. Когда его приготовишь с маслом, немножечко добавить сливочного. Просто сказочный рис. Кстати, кому нравится басмати рис, напишите прямо в комментариях. Может быть, есть такие же фанаты, как я. Вообще, хотела взять какой-нибудь домой рис в пакетиках. Я нашла очень классный рецепт. Вот, но не буду пока разглашать, но он просто бомбезный, просто бомбезный. Сейчас какой-нибудь рис возьму. Так, например, круглозерный. Вот такой можно взять. Круглозерный рис увелка. Тоже неплохо. 57,99. Но, как я уже говорила, в Пятерочке нужно все цены проверять. В противном случае могут быть печальки. Ну вот опять же, смотрите, где вот этот вот рис жасмин. Жасмин, кстати, тоже очень вкусный рис. Но вот его я, походу, здесь не вижу. Только вот басмати есть. Грустно, грустно. Ценник есть, а риса нет. Все никак, знаете, не могу купить какую-нибудь чечевицу попробовать. Никогда не пробовала чечевицу. Какой-нибудь типа суп из нее. Интересно было бы. Вон, видите, кто-то поставил креветки. Сыр плавленый с креветками. И тут стоит, портится. А потом его поставят на полку. И продадут вам. Да. Вот такие дела. Блин, я все-таки не удержалась. Решила взять все-таки рис басмати. Он стоит 103 рубля, но... Блин, давно я его не ела так. Захотелось попробовать. Еще, кстати, смотрите, здесь тоже есть кускус. Вот, пшеничный. Видите, здесь он сейчас по акции 76,99.
Вот такой вот кускус. Тоже, кстати, никогда не готовила. Говорят, его просто нужно обычно залить кипятком, и он как-то разбухает. Кто умеет готовить кускус, рассказывайте. Ну, я так слышала, вроде как его просто заливают, и все. Вот кипящий воздух, кускус. Две части воды на одну часть. Накрыть крышкой и варить 1 минуту. Вот. Снять с плиты и дать настояться. Питаться в воде. То есть я так поняла, по принципу, как это впитывается все. Еще вот, смотрите, здесь вот тоже вот кускус. Есть вот такой Global Village. Он 76, а есть вот Агроальянс тоже. 79,90. Так, а вот здесь, вот смотрите, я еще нашла вот такое вот кино тоже. Это такая очень интересная крупа. Вот, тоже я, кстати, ее не пробовала. Как-нибудь надо будет все-таки дорваться. Ну и все, варить 15-20 минут после закипания. А то мы все смотрим, знаете, этого Ивлева. Вот, он все рассказывает, там кино, там туда-сюда, варит кускус. Надо как-нибудь использовать его рецепты. Сахар, кстати, сахар, да, надо сахар купить. Я хотела купить сахар коричневый. Вот такой коричневый, 99 рублей. 750 грамм. Ну, дорого, 750 грамм. Такая что такое? Сахар Демира. Тростниковый, нерафинированный. Первый раз такой вижу сахар. Вроде как белый, а вроде как коричневый, да? Интересно. Из Маврики. С любовью, сахар Маврики. Но мы обычно вот такой вот брали, когда он был рассыпной. А сейчас он, видите, в брикетиках. Вот. Вовчик такое берет обычно себе на работу. Блин, а рассыпного-то и нет, рассыпчатого. Я имею в виду, есть только кусковой. Я вот такой вот хотела. 99 дороговато. Пока не буду брать. Хотя рис себе все-таки взяла. Блин, нет под него акции. Я тогда ходила, здесь сходила, там сходила. Нету акции. Так, что еще посмотреть? Мука у меня вроде есть. Здесь, видите, вон всякая разная мука. 70 рублей, пожалуйста. 2 килограмма, кстати, это не хорошая цена за муку. Вон всякие желатины пищевые. Все можно делать разные. Все, хочу сделать какой-нибудь студень заливное. Тут никак все руки не дойдут. Вон этот мак посыпать. Так, тропыш. Это что такое? Нежная засыпка. Пышные сырники. О, видите, для сырников. Так, а мне знаете, что нужно? Мне нужно кунжут. Мне нужен кунжут для рецепта. Что-то пока нету. Вовчик звонит. Смотрите, а здесь пятерочки делают новые витрины, прилавок. Здесь раньше был другой магазинчик, знаете, по-моему, мясные какие-то продукции. Вот видите, не выдержал. Видите, уже какой-то другой. Я так и не поняла, здесь разбирают или составляют. Скорее всего, собирают. Но, знаете, очень часто бывает так, что выживают вот такие вот сетевые магазины. А вот какие-нибудь маленькие, они, к сожалению, умирают. Так, мне нужен кунжут. Мы сейчас в специях. Смотрите, кунжут. Я не вижу. Не вижу кунжут. Поднимите мне веки. Так. Это что такое у нас? О, каштаны. Каштаны запеченные, очищенные. Слушай, а сколько стоит таких каштан? 184. Ух ты. Блин. Что-то я не помню. Я, по-моему, когда-то ела каштаны, но не помню. Надо будет как-нибудь потом купить. Сейчас уже не буду. А то что-то и так набрала. Взяла, смотрите, взяла уже вот такой вот рис круглозерный, по-моему, 60 или 70 рублей. Вот такой вот взяла все-таки басмати себе. Мне очень нравится, он стоит 103 рубля. Вот такой вот йогурт по 14,53. Кстати, надо цены перепробить. Клюквенный гараж, очень вкусный. Взяла шампунчик себе в дорогу, маленький. Взяла себе тоже в дорогу вот такие вот прокладки. Очень, кстати, удобно в дороге, знаете, сохранить свежесть, грубо говоря. Так, вот, смотри, здесь много всяких тарелочек, штучек. Кстати, я приобретала вот такую штучку для микроволновки. Очень классная вещь. Девчонки, просто вообще не пожалеете, берите. Вот, еще брала крышку. Очень удобно в них разогревать. Ничего никуда не улетает, брызги, ничего. И вот здесь, видите, вот есть такие дырочки. Они помогают лишнему пару выходить. Так что у кого нету, покупайте. Вот такая, кстати, крышка вот мы брали. Мне прям нравится. До меня, как всегда, поздно доходит. Но тем не менее. Очень полезно. Так, что тут у нас еще есть?
что у нас еще есть? Давилки для ягод. Вот, видите, такие специально выдавливать эти косточки. Вот, щипчики, терочки. Вот какая-то терочка. А, это вот как раз терка, видите, тоже с этим, с коробочкой. Очень удобно. Но она здесь хотя бы одна, видите, и удобно. А то вот терки, которые с этой вот, с многим количеством насадок, ты пытаешься потереть, и не очень удобно получается. Мне прям не понравилось. Смотрите, какая интересная. Классно. Ух ты. Так, ну-ка, достать, посмотреть. Смотрите, какая прелесть. Для фруктов. Вот такая стеклянная. Ручка есть. Ручка пластиковая. Вот такая вот штучка стеклянная. 99 рублей стоит. Вообще огонь. Круто. Так, а это, смотрите, это солонка перечницы, я так понимаю, да? Или что это такое? Так, надо посмотреть. Что это такое? Так, вот, смотрите. Берем. Оказывается, вот так вот тут открываешь. А, это вот закрыто, да? Вот, а тут вот нажимаешь кнопочку, так, раз, и... А, это термос. Это термос. Как раз, и все. А я почему-то подумала, что сначала это солонка. Хотя написано тоже опять, смотрите, солонка. Видите, солонка перечница. То есть все стоит не на своих местах. Вот так вот. Даже не написано, кстати, термос. Все даже нет вообще, видите? Не написано нигде термос. Так что будьте осторожны. Покупаю всякую фигню. Я смотрю, может, еще что-нибудь. Люблю такие штучки, вещички для дома. Блин, вообще хлебом не корми. Ну-ка, ну-ка, что тут еще есть? А, это кондитерский мешок. То есть, видишь, тоже с разными насадками для крема. То есть рассоздавать разные такие красивые формы. Это вот для чая. Кстати, мне писали, знаете, можно вот в такие штучки, которые для чая, да, засовывать туда, например, какие-нибудь специи, типа горошек, там, лаврушку, не знаю, порезать. И прям вот в супе вот так вот их варить. Да, мне предлагали. Вообще классный вообще вариант. Тоже интересный. Чашечки, кружечки всякие. Ну, кружек у нас так дома полно. Мисочки классные. Термокружки. Все, я тут залипла, надо валить. А то сейчас, как всегда, что-нибудь наберу. Так, смотрите, набор бокалов. Да, это такие бокалы. А, это банка, банка, да. Банка. Опять же, смотрю, смотрю, набор бокалов, и тут стоит банка. Ну, как вот понять? Да, пойду пробью этот гараж. 71 рубль 49 копеек. Ни хрена акции нет. Хорошо, что проверила. Нету акций на гараж. Вот так вот. Хотя, подождите. О, точно. Вроде как есть такая фигня, что если ты видишь цену, вот, и пробиваешь, соответственно, тебе должны продать по той цене, которая есть. Я пойду сейчас проверю. Написано, вот смотрите, видите, гараж. Вот, пожалуйста, акции. 53,99. В общем, если вдруг пробьют по другой цене, я их приведу сюда. И, по сути, они должны мне продать по той цене, которая у них здесь. Сейчас проверим еще и до кучи. Сейчас сделаем. Значит, на паксы, да, получается, пробивались? Ну, вот видите, значит, все работает. Ценник-то, главное, есть на месте. Нормально? Все нормально, все отлично. Так, все, ждем. Смотрим. Ну, изначально, получается, гараж был 71. Сейчас сделаем. Все, все, не-не, я без проблем, просто вроде как у вас указывается, что если по номеру, тогда акция действует. Вот, смотрите, так мне все-таки продали вот этот гараж под 53,99. Что вот, смотрите, видите, в чеке 53,99. А так оно пробило 71 рубль. Так что обращайте внимание на ценник, если там указана акция, то обязательно покупайте. Вот. Итого общий чек у меня 656 рублей. Вот, 107 это за гараж. Шампунь 89. Прокладки 57 маленькие. Рис супер басмати 103. Пакет пятерочка 5,50. Крупа 57. Большую я купила. И йогурты. Так, а это что такое у нас? 23,99. А, пакетики я еще купила. Ну вот, видите, 636 рублей. Так что, смотрите, обращайте обязательно внимание на ценники, потому что действительно, к сожалению, пятерочка очень сильно грешит.
Вот, что они не меняют ценники. Вот в Спаре, кстати говоря, у нас никогда такого не было. Ладно, ребятки, все, идем домой. Вечером будет мукбанг.